Итак, всем привет! Сегодня я снимаю опять влог. Мы идем прогуляться. И я вам покажу, с помощью своих каких новых средств я сегодня делала макияж, который сейчас на мне, собственно. Итак, первое. Это, можно сказать, практически все новинки. Это была вот такая вот тушь от Yves Saint Laurent. Еще секунду. Значит, первое это была тушь, легендарная тушь, которая просто будоражила меня долго. Я все хотела ее очень сильно попробовать. Пока что еще не знаю, как это тоже из последних покупок консилер Estée Lauder. Потом тоже из последних покупок Lumine Natural Code, такой вот тональный. Тоже из последнего, такой вот гель для бровей, Эвелин. Тоже многие его рекомендовали, коричневого цвета, у него там как тушь, кисточка. И последняя, это вот такая вот помада от Yves Saint Laurent. Такого вот очень красивого красного цвета, который, мне кажется, мне очень даже подходит. Поэтому вот и на для... век я использовала вот эти вот тени, которые мои любимые, из этой палитры. Можете еще раз оценить всю силу макияжа этих средств. Но мне кажется, что помада мне, как мне кажется, идет. Я ее наносила как бы не из тюбика, а кисточка, чтобы она была более такая не сильно яркая, потому что она очень, при очень насыщенная, такая бархатная, то есть ее так просто с тюбика я не могу нанести. Сейчас только день, и это будет не очень уместно. Мы сейчас пойдем прогуляться на нашу новую Киевскую набережную, на Почтовую площадь. Ее недавно открыли, реконструировали, и мы решили прогуляться, посмотреть, как там, что вы сделали. И сейчас я вам покажу, в чем я буду одета. Так, мы уже на Почтовой площади. У нас уже середина сентября, уже прохладно. Я одела вот такую белую жилетку, джинсы и кроссовки. Про хранение косметики очень популярно, я сама обожаю такое смотреть, потому что можно посмотреть все и сразу, так сказать. Поэтому даже не знаю, стоит ли мне снимать такое видео. Я относительно недавно его уже снимала, но все-таки у меня поменялось здесь хранение. Здесь как бы немножечко все по-другому стало, более. Привет, сегодня у нас уже рабочий день. Я собираюсь с утра на работу. Муж сейчас в душе, сейчас уже будет выходить. Я собираюсь разогреть вот, ну, тут есть кусочек мяса, это на обед. И я вам хочу показать свой урожай, но это уже как бы его часть. У меня тут с ужасом перчики. В общем, такие вот они милые, красивые, очень острые, так что отлично получилось. Вчера мы были в Ашане, и я купила вот такой вот, как это назвать, ну, контейнер, ну, как бы для сыпучих продуктов. В общем, до этого я не знаю, что я туда положу, но до этого я купила вот такой вот, чуть другое подзвание, но он очень классно открывается, просто вот так вот поднимается вверх и открылось, а потом точно так же вниз. А этот надо вот здесь вот сверху зажимать крышечку, ну то есть это такой более гламурный вариант здесь у нас овсянка, а здесь еще не знаю, что будет, но что-то будет. Так, я, наверное, сейчас буду готовить нам завтрак, покажу, что мы будем кушать. И сегодня я пойду оформлять себе карточку в PrivatBank для того, чтобы выполнять некоторые платежи. Но мне необходимо, потому что мою старую заблокировали. В общем, надо сделать новую. И потом, конечно же, побегу на работу. Я сейчас поменяла работу, покажу вам свой новый офис. Там очень-очень красиво, я думаю, что вам тоже понравится.
работаю сейчас в дизайн-студии, которая занимается только интерьерами. Так что, может быть, кусочки работы. Вот. Так что вот такое вот у меня утро. Сейчас буду завтракать. Итак, что у нас сегодня на завтрак? Это будет творог, который я добавила сметаны. И чудо-йогуртом. Ну, десерт вот такой вот он розовый, все остальное белое. Я сейчас это буду измельчать вот таким вот прибором от Bosch. Просто идет как бы такой нож, вот так вот он стоит. И для чего это делаю? Мы купили творог, но он очень твердый, поэтому его надо с чем-то разбавлять, то есть так даже вилкой его сложно съесть. Поэтому сейчас вот это вот как бы сделаю такой творожной массой, она будет еще мягенькая и вкусная. Ни сахара, ничего не добавляю, потому что сам творог по себе вкусный. Потом еще мы добавим корицу у нас тут в такой штучке. И вот такое вот сгущенное молоко будем добавлять по желанию. Ну и фрукты, естественно, кто захочет. Итак, покажу вам сейчас. В общем, как-то вот так это выглядит. Такое творожное масло с виноградиком. Можно добавить туда и варенье. В общем, все-все-все, что вы захотите. Кстати, я вот этим вот измельчителем делаю даже сырники. То есть туда бросаю творог, яйца, там, манку и так далее, и оно очень хорошо перемешивает. Из твердого творога у меня получилась такая вот творожная масса. Всем приятного аппетита, кто кушает. Итак, всем большой привет. Я уже на работе, как вам обещала, показываю свою новую работу. Я работаю дизайнером интерьера. И у нас такая небольшая тут дизайн-студия. Так, покажу вам сейчас интерьер и свое рабочее место. Значит, это у нас вот там такая доска, там где пишется процесс работы над проектами. Здесь у нас такие красивые рамочки. Такой рабочий большой стол на троих человек. Я работаю вот здесь вот с этой стороны. Здесь у меня лежат чертежи, сейчас я делаю электрику, водичку пьем, вот такую вот минеральную, телефоны, короче, все как обычно. И у меня тут есть вот такой вот блок. Тут два таких вот рабочих места, таких же. Тут у нас идет вот такой вот красивый стеллаж. Цветы тоже живые у нас сюда стоят, очень красивые цветочки такие. Чаек с печеньками. Тут такой гусь сидит на чае. Чашки это. Тут такой вот стеллаж с плющиком и картина первая. И вот картина вторая. Также у нас здесь есть, кроме плюща, такая интересная вещь. Это называется стабилизированный мох. Он не имеет ни корней, ничего, но им можно украшать стены. И это, ну, как живой материал. То есть на ощупь он очень-очень такой вот мягенький. Очень прикольный. В общем, тут разные каталоги по заказу итальянской мебели. Коробочки с Икеи. Тут два стула. Вешалка. В общем, и всякие прикольные такие штучки у нас лежат. Лаванда, еще какая-то. Чертежи, в общем, вот так вот. И мы находимся в таком красивом районе. Какой здесь все такие новенькие домики, маленькие, миленькие. У нас тут такое большое панорамное окно. Вот, так что очень тут приятно работать. Так, ну, в общем, то, что я могу сказать, что я уже буду работать. Так что, кто работает, всем хорошего рабочего дня. И всем до новых встреч. Итак, пока еще хотела вам показать, чем вообще, в принципе, я здесь занимаюсь. Помимо вот таких вот чертежей, которые там связаны с процессом ведения там ремонтов. То есть мы тут делаем обмерочные чертежи. Сейчас покажу какой-то еще интересный
чертежик. Это план теплых полов. Это вот план демонтаж-монтаж. И покажу вам визуализацию интерьера, над которым я работаю. Значит, вот это у нас такой вот коридор. Холл, вернее. Это шкаф такой. Это вход в гостиную. Так, картина с другой стороны. Это вот уже начинается такой кухня-гостиная, столовая. Здесь идет такой кухонный остров. Там такое декоративное панно. Это тоже гостиная, это с другого ракурса. Там камин, идет лестница на второй этаж. А вот туда вот заходить, там будут сауна и разные другие развлечения. Это кухня уже поближе. Вот, это ванная на втором этаже. В общем, такое интересное смешение стиля и мрамор, ковка и... Ну, так лаконично все, скажем так, много стекла, металла, дерева и так далее. Это вот такие вот кусочек проекта, так сказать, покажу. Так что, кому интересно дизайн интерьера, визуализация, услуги дизайнера, обращайтесь. И чертежи могу сделать, и визуализация, в общем, все, что необходимо. Так что теперь я точно уже буду работать. И до скорых встреч!